В преддверии общенациональной забастовки в Германии приостановлена работа аэропорта в Мюнхене. На смену не вышли сотрудники служб безопасности и обработки багажа. Отменены 1500 рейсов. Забастовка продлится 2 дня. 200 тысяч пассажиров не смогут воспользоваться вторым по величине аэропортом ФРГ. Будут выполняться лишь гуманитарные перелеты. Масштабные акции призывает профсоюз ВЕРДИ, который добивается повышения зарплат и улучшения условий труда.